нам надо развести, потому что в такой куче мы не можем заниматься, есть определенные нормы, поэтому просто пополам разделимся. Конечно, ребята очень соскучились. Мы рады, что произведен переход на второй этап ограничений. Конечно, с нормами, но дети, конечно, и родители, все очень соскучились, и это долгожданный день, он, конечно, наступил. Мы очень рады, что имеем возможность, пускай и даже с какими-то нормами, с какими-то обязанностями, но заниматься на улице, как бы уже в полном объеме.